Однако, здрасте все. В Epic Games Store начали раздавать бесплатно игрульку, которая называется Absolute Drift. Она покинула стапеля еще в далеком 2015 году, когда я еще был молод и красив. Воу. А музыка уже впечатляет, на самом деле. Так, начнем с фрером. Что это такое? Окей. Дрифт туториал. Ну, посмотрим. Ох ты как. Давай, давай, ехай. Что тупишь? Так. Давайте посмотрим, что за игра. Трудностей мы не боимся. Ух ты как. Трудностей мы не боимся, поэтому возьмем средний уровень. Поехали. Воу. Ну, плей. Эй! Ну да. А я вот так могу. Круто сделать. Бабах! Если машину разбиваешь, больше дают или меньше? Машинка тоже какая-то странная. Эй! Отлично. Из меня дрифтер, как из слона этот самый, балерина. Да ё-моё, слишком узкие дорожки, ребята. У вас дороги слишком узкие, машина говно и вообще. У вас кроме водителя вообще ничего хорошего нет тут. Полная хрень. Что, звуки какие-то непонятные. Ну да, ну куда ты разворачиваешься? Ну куда, ну куда, ну куда? Я уже даже и не поворачиваю. Финиш это. Ретрай. Давайте еще ретрай. Попробуем еще один ретрай. Отвали от забора. Машина, отвали от забора, говорю. На тебе. А можно вот так вот дрифтить, как бы упираясь в этот самый. Да отвали от забора, говорю. Ё-моё. Ты отвалишь от него или где? Медом намазано. Не, ей точно там медом намазано. Чего она лезет к этому забору? Ау! О! Ух ты как, в прошлый раз было сколько там? В прошлый раз 21, по-моему, было. Типа я улучшился, ну еще раз. Бам! Ё-моё. Да господи. Да. Давай, 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 машинка. Такой трюк. За него много дают? Надо от внутреннего начинать. 33 мало. То есть надо как-то начинать от внутреннего, я так понимаю. Удерживать все.
Да отлезь ты от забора, блин, дурная машина. Что с тобой не так? Вот же, блин, баклажка. Держись к внутреннему ближе, чудо природы. Нет, ее опять несет на внешний. Я уже и так пытаюсь к внутреннему прижиматься. Она на внешний идет. Да, как же. Давай. О, пошел дрифт. Красота пошла. Не порти, собака, красоту. О, научился внезапно. Да, правда, ненадолго хватило, но ничего. Пробуем. Давай. Да ё-моё, ну серьёзно, вот давай, ты же можешь. Не, не можешь, понятно. Не можешь. Машина, ты ничего не можешь, ты бесполезная. Вот я классная, а ты бесполезная. Да господи, боже мой, что её внезапно в какой-то момент просто срывает куда-то. Я что, по соплям езжу, что ли? Или это асфальт все же? Не, 29 это ни о чем. Был 65. Почему без 29 был 65? Скорость меньше надо держать. Воу. Ау. Ну, музыка, конечно, класс. За скоростью надо тоже следить, причем очень сильно. Да ладно тебе. Сейчас 5000. Ну как-то так. Спиннинг, аутолот, изи, дрифт туториал. А что здесь у нас? Туториал бонус блокс. Ну-ка. Можно сбивать и так. Непонятно, зачем их на дрифте сшибать-то. О, я еще и припарковался круто. Мне тут вообще должны были дать миллион. Бабах. Грохот, конечно, такой, будто он сносит, я не знаю, что. А! Ну-ка. Вот этого просто сейчас, просто вот по красоте. Ну-ка, давай еще. Я все снес? Или еще не все? 7000 пунктов. А это хорошо или плохо? Что там еще дальше есть, посмотрим. Ну, в принципе, идея ясна. Нужно гонять на машинке и... Whipping points. Это еще что такое? Ну. А что делать-то надо?
Больше скорости. А я не понял, их тоже сбивать? Или что с ними делать? Их сбивать или нет? Алло? Нахрен с пляжа. А, воздух надо проходить, я понял. Я понял. Ей! А если задом наперед дрифтить, больше дадут? Эй! Черт. А если жопой наперед дрифтить, больше дадут или где? Красиво в конце замедление пошел. Так, ну здесь тоже все понятно. Дальше. Что дальше у нас в этой игре есть интересного? Russian колод. Ну да, что, у вас карта говно, машин говно. У вас только водитель классный, то есть я. О, у меня есть вертушка. Я зато вот так умею. Ну давай. Ой, ну это была парковка такая классная. Ну что там у нас? А при чем тут истребители? Да ё-моё! Максимально показана красивая типа траектория, по которой можно пройти. А! Забавная. Wrong direction. Иди нафиг. Я лучше тебя знаю. Про дирекшены. О! А, черт, они сразу гаснут. Только начинаешь тупить, они гаснут. Блин. Хрен придрочишься. Ну, можно придрочиться, конечно. Не, музыка жесть, конечно. Да. О да! О да! Блин. Да блин! Насколько было хорошо там, настолько же дерьмово здесь. Жесть просто. Да блин, ну почему ты все время разворачиваешься за тупок? Ну, с тобой не так. Да, давай еще здесь врежься. Нормально. Да, врежься, врежься, конечно. Без этого-то, господи, кто с тобой, машина? И законы физики в школе не учила, что ли? Ну да, вообще, куда ты едешь? У тебя колеса в другую сторону повернуты, господи. Прикольно. Да, с физикой тут беда. Но, в принципе, пойдет. Так. Давайте дальше посмотрим, что еще есть. Having trouble controlling the car. Too easy on accelerator. Чего? Да ёлкин ты дрын. А при чем тут... О, я буду синенький. Джамп. Оу, а джамп это интересно. Давайте-ка джампанем.
Оу, фильтр. А там фильтр врубил на драм-н-бейсе. Музыка класс. Надо поехали еще раз сюда. Другого тут нет, я так понимаю. Нужно еще две перфектных линии собрать. То есть тут есть условия, при которых ты это проходишь. Ты не просто так пошел одну карту катал и все. Воу! Ну что, драм-н-бейс отрубили? Это из-за того, что я хреново дрифчу? Или потому что я черный? Но я не черный. Ладно, поехали дальше. Да! Ну да, вторую я уже не так не соберу. Мне больше, чем на одну не хватает. Блин. Ау. 115. Прикольно. Дуа 3 секунд дрифт. Скор есть. 10x мультиплеер. Что? Дрифт лайн поинтс. 15-2. Ну, две, да, я не могу, блин. Блин. Эй, ну куда? Ну куда ты? Глупая машина. Вот, блин, ты рулишь туда, она едет сюда, ты рулишь сюда, она едет туда. В реальной жизни машины так ездили, блин. Но мы все поубивались нахрен. Ну куда? Ненависть тебе. Давай поехали. Wrong direction. Direction нормальный, отвали от моего direction. Все с ним нормально, с direction. И все, он улетает. Да блин! Траектория, траектория. Надо как-то траекторию взять. Да, сейчас. Воу! Воу! Давай, давай! Тридцать девять? В прошлый раз было 100 с чем-то, по-моему. И, по-моему, что ты мне тут сочиняешь? Сказки какие-то. Ганса Христиана Пушкина. Все равно не все собрал, падла. Ну куда? Куда? Блин! Да, теперь вообще развернись нахрен. Вообще прекрасно. Просто на ровном месте. Вот стоя на месте, развернись. А чё нет? Ай. Да-да. Да, сейчас, как бы, ага. Не строя фонтан, захотел. Ну куда? Господи, блин, в этой игре законы физики, конечно, полностью отсутствуют. Что происходит? Ой, боже мой, да, конечно. 49 тысяч. Да, игра непростая, надо признать. Отлично, еще сюда врежешься. Да, тормозов-то нет. Зачем тормоза у машины вообще? Нафиг не нужны. Да. Сопля какая-то эта машина. Это реально сопля, а не машина. Что это? Это реально... Ой. Иди ты со своим дирекшеном.
Да боже мой, ты ехать прямо можешь, я даже не поворачиваю. Куда тебя несет, чудо природы? На, вот тебе. Трехсекундный дрифт, кто там просил в этом маму. 3 секунды я дрифтил. Кто просил 3-секундный дрифт? Вот он вам. Это надо сделать, видимо, за одну эту самую, да? То есть нужно две линии. Нужно собрать типа за одну гонку. Но это нереально. Не, ну реально, конечно, если задрочиться тут, не знаю, на полдня, на два, блин, господи, куда ты... Я не трогаю кнопки поворота, машина сама куда-то поворачивает. Чё, стой, стой, остановись. Чудовище, блин, стой. Стоять-то хоть умеешь. Куда тебя несет? Назад. Врежется куда-нибудь. Ой, блин! Ой, господи! Да. Весело, конечно. Вот, но сложно. Не знаю. Я вообще не понимаю, как этой хренью управлять. Она едет куда хочет, она не тормозит вообще. То есть ни ручником, ничем здесь ничего не работает у меня. Она сама поворачивает, ты жмешь вперед, он едет вправо, ты жмешь вперед, он едет влево. Он едет куда хочет вообще. То есть он неуправляемый этот предмет, который здесь выдают за машину. Ну вот сейчас я жму поворот вправо, он гонит влево. Зачем? Что ты делаешь? Теперь он не хочет вообще поворачивать. То есть я поворачиваю, он не поворачивает. Возможно, под джойстик заточено. Если у кого есть джойстик, наверное, будет удобнее играть. У кого есть джойстик, там черканите, как оно. Кто играл в это на джойстике? Чудо природы. Вообще жесть, просто жесть. Что она делает, боже мой? Ой, господи. Если бы меня машины так поворачивали, сколько бы я их разбил. Слава богу, что в реале они так не... Красота. Да, ой, блин. Нет, он не может просто без того, чтобы вообще не улететь в какую-то задницу. Да куда ты поворачиваешь? Я же вперед же. Вот. Вот такая вот игра, ребят. Стоит ли она своей бесплатности? Ну, определяйтесь сами. Я не знаю, играть, наверное, лучше с джойстиком. То есть... Потому что, по сути, как бы... ну, на клавиатуре, по крайней мере, у меня машина вообще ничего не слушает. Она делает, что хочет, она живет своей жизнью сама по себе. Но, как бы так посидеть, позадрачиваться в какой-то момент, покататься, вполне себе весело. Там ящики можно позбивать, там попытаться там попроходить чего-то. Бесплатно, 2015 год, музыка вообще отпад. Вот музыка это просто 20 из 10. Как-то так. Все. Всем спасибо. Если вам эта игра нужна, до четверга она будет раздаваться бесплатно в магазине Epic Game Store. Так, сейчас я уточню. Сегодня 21 февраля 2021 года. Да, и, соответственно, до... Это у нас сейчас воскресенье. До четверга игра будет бесплатно раздаваться. Она весит очень мало, требований там практически у нее никаких. То есть, ну, можете взять, покатать, если интересует. Все, всем спасибо, приходите еще. Всем здоровья, денег и всем пока.